Если вы установили усиленную дугу на ваш арбалет, то вам уже необходимо будет пользоваться натяжителем. Как он работает, сейчас я вам покажу, как мы заряжаем арбалет с помощью натяжителя. То есть сначала мы одеваем два крючка на арбалет, у нас остаются ручки. Потом мы центральную петлю забрасываем за ложе арбалета. Если у нас арбалет ПЛА, там есть специальный крючочек, за него можно зацепить это. Если манфунговский арбалет, то здесь можно упереть в прицельный план, то есть ничего с ним не случится. И дальше вы уже такими натягиваете здесь до противного щелчка. Сейчас я это продемонстрирую. МК-151Р, стрелы Манфунгов и АР-14 постреляем сейчас. Усиленная дуга на 68 кг. Заводим арбалет.